Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Вот здесь у меня зацвела калина. У нас сегодня 31 мая. Вот, весна заканчивается. Завтра уже будет лето. Вот так цветет у нас калина. Вот, поспевает она поздно. Блин, ее сейчас жуки жрут, зараза. Вот скотина это, блин. Жуки надо давить, их нахер нужно. Они мне всю облепиху пожрали, блин, да еще калину будут жрать, блин. Твари, блин. В прошлом году столько не было этих жуков маленьких. Было чуть-чуть, полетали, наверное, до 15 мая, и все. А здесь, блин, всю облепиху сожрали, гады, блин. Вот, пробовала их нашатырным спиртом это брызгать. Они что-то не боятся нашатырный спирт. Тля нашатырный спирт боится, а это нифига не боится. Вот, поэтому поеду куплю от короладского жука, попробую побрызгать против майского жука, а то всю облепиху мою обожрали. Вот, спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода», подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Вот, так, сейчас хочу показать, здесь у меня прививочка. А, грушу на рябину. Вот здесь у нас рябина растет. Вот видите, рябиновый это листик, вот, вот он. А вот дальше у меня растет груша. Блин, где она там? Я уже забыл, где груша это у меня. Блин. А, вот, вру, блин, ребят, вру, вот, оказывается, она внутри, оказывается, оказалось. Вот лист, видно, да, рябина. Вот сама прививочка, вот, и сама, вот, сама груша. Она в этом году цвела, но, вот одна груша есть, вот она, завязалась. Вот, то есть можно прививать грушу на рябину. Спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода», всем пока-пока.